Здравствуйте, это программа «Тема дня» в студии Дмитрий Нечаев. И сегодня мы обсуждаем тему номер один, которая сегодня во всем мире, конечно же, в нашей стране. Это тема коронавируса. Обсуждаем ее традиционно в разных аспектах. Когда-то мы говорим больше о медицинском аспекте, когда-то мы больше говорим о моральном аспекте, говорим о том, что... Как некоторые говорят, что в первую очередь коронавирус поражает мозг, похоже, у некоторых людей. Может быть и так, но здесь все зависит от нас. А здесь сегодня мы обсуждаем такую тему, которая очень важная. Это, которая, может быть, наверное, нам аукнется даже сильнее, чем сам коронавирус. Потому что коронавирус-то мы преодолеем, я в этом уверен, как рано или поздно. Хотелось бы, конечно, как можно раньше. Но вот экономические последствия от этой пандемии, конечно, они будут продолжительными, долгими. И вот вообще, какими они будут, об этом мы и поговорим сегодня с экспертами. Сегодня у нас в студии их достаточно много, максимальное количество. Итак, я представлю наших гостей. Так традиционно мы по часовой стрелке это делаем. Ирина Викторовна Шереметкер, депутат Законодательного собрания Тверской области, президент Ассоциации туризма Тверской области. Антон Владимирович Стамплевский, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверском регионе. Владислав Витальевич Шориков, президент Тверской торгово-промышленной палаты. Добрый. И, наверное, впервые в нашей студии сегодня Николай Юрьевич Пашуев, генеральный директор управляющей компании «Промзона Лазурная». Практически все здесь собравшиеся, конечно, абсолютно компетентны в этой теме. Кто-то практикующий, так сказать, предприниматель долгие годы, кто-то представляет органы власти, которые помогают предпринимателям. Давайте сейчас немножко скажем о конкретных цифрах. Что такое, какой ущерб нам приносит коронавирус? Сама проблема, сегодня мы говорим, уже у нас вторая половина марта, мы говорим о том, что по факту в мире более 300 тысяч заразившихся этой болезнью, больных коронавирусом, значительно больше, там уже около 340 тысяч, по-моему, 16 с лишним тысяч человек умерли, но к счастью, в нашей стране ситуация значительно лучше обстоит, чем, например, сейчас в европейских странах, и, конечно, чем в Китае. И у нас в нашей стране, в нашем регионе, конечно, цифры, к счастью, значительно ниже. Хотя некоторые, недавно в этой студии был главный эпидемиолог внештатный Тверского Минздрава регионального, он говорил, что, скорее всего, пик этого заболевания еще нас ожидает. То есть он сместится немножко ближе к концу, наверное, даже весны. Но, опять же говорю, что все зависит от нас, будем стараться, чтобы этого не произошло, чтобы мы его в зачатке, так сказать, прибили. Значит, теперь, что касается экономических последствий от этой болезни. Неожиданная по своим масштабам вот эта вспышка, которая, наверное, с начала 2020 года нас преследует, она уже ударила очень серьезно. В первую очередь, где это все началось? По Китаю, по экономике Китая. И у меня есть такие цифры. А Китай, мы знаем, что занимает почетное второе место в мировой экономике, ВВП Китая. Это все, то есть эти волны от того, что произошло в Китае, они по всей экономически, они распространились по экономикам всех и других, в том числе, стран мира. И интересно, что научный сотрудник аналитического центра Тайхэ Чжан Цзяжуй предсказал, что потери в первом же квартале 2020 года составят более 143 миллиардов долларов или 1% от ВВП страны. Насколько серьезны вот эти потери? Давайте это обсудим. Насколько это ударит по мировой экономике и докатятся ли эти волны до нас? Или, может быть, уже докатились? Владислав Витальевич, мы с вами эту тему уже затрагивали, начинались обсуждать. Как ваши прогнозы? Естественно, что до нас это докатится, оно уже и докатилось, по-другому быть не может, экономика Российской Федерации встроена в мировую экономику, это вполне естественно. Кроме того, надо понимать, что совпало две волны, кроме известного вируса, это еще та ситуация, которая сложилась на рынке нефтепродуктов, и два этих фактора, они фактически используют сейчас совместную силу ударную, для того, чтобы испытать устойчивость российской экономики. Поэтому без последствий здесь не обойтись. О том, что по ряду экономических показателей будет спад, это неизбежно, мы видим сейчас. В первую очередь, это, конечно, сейчас затронуло индустрию, ту, которую можно сказать, как сервисно-обслуживающую, нацеленную на людей. Но и промышленность в целом это затронет, безусловно, тоже. Какие цифры? Много зависит от нас, как мы отреагируем. Я лично считаю, что, несмотря на имеющиеся веские основания, основное производство должно продолжать работать, люди должны трудиться с соблюдением тех мер безопасности, которые диктуются как постановлением правительства, так и просто здравым смыслом каждого из нас.
Антон Владимирович, как вы считаете, вот в этой ситуации, вот мы уже затронули этот момент, еще такой моральный аспект, мы знаем, что вот эти котировки на биржах происходят, в основном колебания, они имеют больше такой, ну, как бы моральный изначальный импульс, потому что, ну, инвесторам страшно, они не знают, что их ожидает, и вот какая-то новая очередной вброс информации, может быть, даже правдивая информация со стороны СМИ, он рождает вот такие колебания на бирже, когда там резкие происходят скачки, падения, потом взлеты или постепенное потом поднятие, восстановление. Вот чего здесь больше? Такой психологического момента вот этой атаки или реально у нас с экономикой начались очень серьезные долгосрочные проблемы? Ну, наверное, здесь и то, и другое. Понятно, что ситуация в мире, она в том числе и влияет на ожидания российских предпринимателей и тех, кто планировал инвестировать в этом году. Наверное, планы свои пересматривает. Что касается проблемы, связанной с сделкой ОПЕК, наверное, да, она тоже непосредственно имеет свои последствия и в экономике в том числе ощущается. Но вот в первую очередь, конечно, к нам поступает обращение от предпринимателей сферы услуг, туристский бизнес, который ощущает последствия распространение вируса, но среди дополнительных проблем и угроз, это, наверное, нужно назвать проблему закрытия рынков, в том числе и взаимосвязи с другими странами, предприятиями в других странах, потому что, там, например, промышленные предприятия, часть комплектующих, да, покупают, там, кто-то в Германии, кто-то в Италии и так далее, кто-то в Китае. Есть и проблема, связанная с, ну, скажем так, с сроками исполнения платежей, в том числе и там, торговые сети, да, потому что там иногда 5-6 месяцев отсрочка по платежам, а средства, оборотные средства необходимы для того, чтобы сохранять бизнес, развивать его, сохранять коллективы. Следующий момент – это, наверное, нагрузка по оплате труда. Мы об этом, наверное, более подробно поговорим, да, потому что, ну, скажем так, особенно страдают те сезонные виды деятельности, которые там январь-февраль, ну, привычно, может быть, не ожидали каких-то доходов, а сейчас в марте-апреле понимают, что тоже придется затянуть пояса. В этом плане многое будет зависеть от тех мер поддержки, которые на федеральном уровне и на региональном предлагаются. Вы знаете, по поводу вот этого вируса, коронавируса и его последствий, в том числе экономических, существует очень много таких, ну, теорий заговора, теории каких-то, что это инспирировано, что это кем-то синтезировано искусственно, как сам вирус, так и последствия от него. И вот один из таких вот, я не знаю, может быть, это фейк, вброс, а может быть, это имеет под собой какую-то основу, говорят, что китайцы выиграли от этого коронавируса. Дело в том, что после того, как у них вот это случилось, ну, там, рукотворно или не рукотворно, это же второй вопрос, у них резко, мы знаем, что почти вся экономика Китая, она на инвестициях строится, крупнейших, особенно в сфере IT, крупнейших корпораций мировых. И после того, как случился вот этот коронавирус, резко ползли вниз их котировки, этих корпораций. И многие стали по дешевке сбрасывать инвесторы свои компании, потому что они считали, что это надолго, что Китай сказал, что у них даже масок нет, что все, в общем, все пропало, все плохо. И этим воспользовались китайцы и якобы начали скупать по дешевке эти компании. Вот как вы считаете, вот, Ирина Викторовна, это может иметь под собой почву? Потому что если это так, то совершенно другие механизмы действуют уже тогда в борьбе и преодолении этой ситуации. Я думаю, имеет место быть, потому что любой кризис – это возможность как бы перераспределения различных средств, инвестиций, ресурсов да. И вообще, что называется, кто первый встал, того и тапки. У кого есть ресурсы дальше развиваться, те становятся сильнее. Те, которые слабые, они и как бы недостаточно серьезно представлены на рынке, они, конечно, попадают в шаткое положение. Конечно же, можно всем этими возможностями воспользоваться. Вопрос, как ставки делать, чтобы не прокатать. Давайте ответим на этот вопрос буквально через пару минут. Сейчас у нас очень короткая реклама. Все самое главное, самое интересное впереди. Никуда не переключайтесь.
Еще раз приветствуем нашу теле- и радиоаудиторию. Напоминаю, что это программа «Тема дня». Сегодня мы обсуждаем последствия, экономические последствия от эпидемии пандемии коронавируса. Я напомню еще раз состав участников, наших экспертов. Это Ирина Викторовна Шереметкер, депутат Законодательного собрания Тверской области, президент Ассоциации туризма Тверской области. Антон Владимирович Стамплевский, уполномоченный по защите предпринимателей в Тверском регионе. Владислав Витальевич Шориков, президент Тверской торгово-промышленной палаты, и Николай Юрьевич Пашуев, генеральный директор управляющей компании «Промышленная зона Лазурная». Вот, да, я, кстати, напомню, что это прямой эфир, телефон 300-190. Вот как вы считаете, уважаемая наша аудитория, чего больше будет в плане экономических последствий от этого кризиса, плюсов или минусов? Чья экономика более уязвима? Китая, Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации? Вот ваше мнение, звоните в студию, обязательно делитесь им. И я хотел бы дать возможность Ирине Викторовне закончить. Мы поговорили о том, что, может быть, возможно, этот коронавирус и вся вот эта экономическая ситуация спровоцирована, что это искусственно, что кто-то где здесь выиграет, потому что когда где-то убыло, где-то прибыло. И я еще хочу сказать, что у китайцев что такое кризис, какой, помните, вот это иероглиф, что с одной стороны проблема, а с другой стороны время возможностей. Да. Может быть, они искусственно создали себе это время возможностей? Все это может быть и искусственно, и может быть, это ситуация, которая просто вышла из-под контроля. Мы с вами сейчас можем очень много как бы об этом рассуждать, но вернемся все равно к тому, что мы сидим вот здесь с вами на территории Тверской области и знаем, что у нас происходит с нашим бизнесом вообще. И на самом деле это время может быть и больших возможностей, в том числе, если мы правильно проведем аналитику, проведем как бы наши, проанализируем точки роста, проанализируем наши преимущества, и вот эти вот как бы наши ресурсы, которые у нас есть, я думаю, что смогут вытянуть нашу экономику региональную и наших предпринимателей как бы обеспечить и... Я бы тоже, от глобальности, наши самолеты в Италии, там, да, медики помогают, 25 миллионов масок Китай отгрузил в Россию. Это общая проблема, с которой столкнулся и бизнес всего мира, и отголоски этой проблемы слышны и там, и в Москве, и у нас будут, наверное, в регионе ощущаться. И от того, как мы подготовлены, какие меры здесь сможем предпринять, Вот это хочется узнать. Вот по данным агентства Bloomberg, экономика мировая потеряет до 2,7 триллионов долларов. Это колоссальная совершенно цифра, гигантская. И рост экономики, ну, например, в Соединенных Штатах, они прогнозируют, что если дальше пандемия будет развиваться, а мы видим, что в Соединенных Штатах делается, она, честно говоря, там темпы, скорость распространения вируса, она увеличивается сейчас. Не так опасен сам вирус, сколько темпы его распространения. Он, например, 3,5 раза, по-моему, быстрее, чем грипп заражает люди. Конечно, да, меньше, чем там холера, скажем, слава богу, но быстрее, чем грипп. Так вот, при том, при всем, что в США были неплохие последние годы темпы роста экономики, они прогнозируют, что при таком развитии темпами будет развиваться коронавирусная инфекция COVID-19, то у них темп роста экономики сойдет к нулю. Даже не в минус, а к нулю. При этом мы понимаем, что у нас российская экономика последние годы показывала гораздо более медленный темп роста. Там в районе 1-1,5%. Что ждет нашу экономику? Я вот хочу обратиться к Николаю Юрьевичу Пашуеву, генеральному директору управляющей компании. Вы как представитель бизнеса, как вы прогнозируете, как на нашей экономике, пока мы говорим в целом всей страны, отразится вот эта ситуация с коронавирусом? Знаете, трудно. И в целом, я всегда позиционирую вот себя и своих коллег, руководителей предприятий, с точки зрения, что мы находимся на земле вместе с производственниками, с рабочими. И наша-то задача коллектива, во-первых, вот в этой ситуации сохранить здоровье. Вторая задача по важности – сохранить бизнес, чтобы рабочие места, чтобы этим людям, которые, дай бог, выживут во всем этом деле и не заболеют, было потом где работать. Вот. И поэтому, когда вот вы говорите, там Bloomberg говорит, там миллиарды, мы что-то потеряем. Триллионы, триллиарды, я не знаю, что мы там потеряем. Хотелось бы спросить, а в гречке это сколько? Вот. Ну, извините, это шутка, да. Вот. Поэтому людей больше интересуют приземленные вопросы, да, как изменится ситуация в ближайшем супермаркете и так далее. Значит, я хочу сказать, у нас есть вот положительный пример. Совершенно недавно мы вышли с инициативой
наш, значит, Министерство транспорта решило ввести, ну, ежегодное ограничение передвижения тяжелогрузного транспорта по муниципальным дорогам. Да? Это к чему? Некоторым производителям, которые вот, перевозят свой продукт, это бы ударило очень серьезно по их бизнесу, дополнительно к тому, что мы уже имеем. Тем более, что весна в этом году пришла не по календарю, а раньше, гораздо раньше. И, по сути дела, введение этих мероприятий, оно просто чисто опоздало даже. Вот. Мы вышли с просьбой, забили в набат, что надо бы это постановление отменить. Вот торгово-промышленная палата нас поддержала в этом плане, общественные организации, бизнес, наш омбудсмен нас поддержал, то есть все проникся этой идеей министр экономического развития, и мы сегодня, что, должны сказать спасибо нашему губернатору, который на основании вот этих докладов быстро, оперативно принял решение, и данное постановление было не принято, так скажем, да, и транспорт, который с вчерашнего дня должен был уже встать, он движется, и товары наши поступают туда, куда нужно. Это просто один из примеров своевременной, четкой, хорошей организации работы. И то, что бизнес поставил вопрос, и то, что все структуры вовремя среагировали и решили. Вот дай бог нам так вот быстро работать и решать и все эти вопросы. И в макро, вот, то, о чем вы задаете вопрос. Я думаю, если мы так будем работать, то нам будет не страшно любые эти интриги, которые там где-то в Китае или в Америке. Или вот как мы сегодня говорим, пусть они нам завидуют, как у нас поставлен вопрос борьбы вот с этим вирусом. Да? Ну, пока, дай бог, мы вот держимся. И слава богу, с нас можно брать пример. Хотя есть и противоположные примеры. Допустим, Минтруд вот сейчас рассылает нам указивку, они хотят ввести новую программу нулевого травматизма на предприятии. Мы уже отреагировали, что, ну, во-первых, не вовремя. Не вовремя. И во-вторых, у нас что на предприятиях самые страшные вещи, травматизм, по-моему, я все время говорю, самое безопасное место в стране на предприятии. Потому что в быту и на улице людей гибнет гораздо больше, чем... Вот. Ну, Николай Юрьевич, справедливости ради, наверное, предприятие предприятию рознь, потому что одно дело предприятие, которое там с тяжелой металлургией, где там какие-то станки, сварочные работы, электрооборудование, а другое дело предприятие, которое там, не знаю, занимается, расписывает какие-то матрешки там. Это же, наверное, разное. Я вас должен вот в этом плане вам рассказать, что на самом деле у нас есть замечательная такая структура, которая называется трудовая инспекция. И если говорить, что сейчас нужна какая-то новая программа, это значит, что эти люди до сих пор не работали, что работали. И поэтому травматизм у нас вполне, я не считаю, что он хуже, чем вот в других государствах. Надо их усилия направить на коронавирус. Не случайно Николай Юрьевич, мне кажется, начал с контроля и надзора. Это и первые пункты в поручении правительства были как раз, да? О том, чтобы установить мораторий на проверки, потому что их и так много. И требования избыточные. Мы не раз в студии здесь, Дмитрий, говорили о том, сколько обязательных требований для бизнеса в стране в принципе и насколько вообще их реально выполнить. Ну и другое дело, сейчас особый такой период. Внимательный должен быть и к здоровью, и к экономике, да. Потому что если остановится предприятие, то вот в тот супермаркет с гречкой не с чем будет прийти людям, о котором Николай Юрьевич сказал. Если не будет выплачиваться зарплата. Поэтому нужно все-таки с такими причинными рисками тоже здесь, наверное, бороться. А по трудовой, действительно, к нам поступает обращение. Мы в каком круглосуточном режиме принимаем. Вот вчера 4 проверки, тоже сигналы поступили. Наверное, еще не все на местах просто этот импульс услышали и поняли, да, хотя уже и налоговые органы, ситуационный центр создали и приостанавливают проверки, и МЧС, и многие другие. Вот хотелось бы, чтобы, так скажем, впервые, пусть это нехорошо, что из-за вируса, да, вот административная среда, она стала благоприятной. Вот. Я прошу прощения, я хотел бы вот здесь к чему сказать, что вот я первый пример привел, как быстро все сработали, а мы понимаем, что государственная машина это очень тяжелый механизм, это не в плане критики, а реально, это структура большая очень крупная, да. И поэтому вот пример вот с введением вот этого предложения, я совершенно согласен с Антоном Владимировичем, что по инерции, как оно двигалось,
И вот этот механизм не сработал. И я сейчас хочу сказать, в связи с тем, что мы, допустим, у нас вот, президент по туризму, да, я вот все время предлагал, да, что у нас очень сложная система вообще с туризмом, в частности, даже в нашем регионе. И я считаю, что эту сферу, вот не то, что на коронавирус, вот сейчас, я так понимаю, за границу будет тяжело съездить. Да, и людям где-то надо будет отдохнуть. Ну, значит, это время нашего туризма же, выходить на сцену. Мы же практически живем на берегу моря московского. Вот. И поэтому я считаю, если бы сейчас вот, освободить наш турбизнес от налогов, который и так, я не думаю, что он там играет какую-то огромную роль в пополнении бюджета, да, это как-то, во-первых, позволило бы нашему туристическому сектору снизить стоимость туризма, и наши бы рабочие смогли бы нормально отдохнуть, может быть, и летом, и детям отдохнуть, и так далее. Ну, вот тут, Ирина Викторовна, да. Сейчас вот вам адресую этот вопрос. Мы подошли, ну, в принципе, к самой больной теме. Мы сейчас немножко поговорили о том, какие меры. Мы знаем, что сейчас итальянцы там принимают меры по поддержке бизнеса, потому что многие бизнесы, в принципе, после вот этого удара, они уже не встанут. Это совершенно очевидно. И самые здесь не ущербные, а самые, наверное, те, которые больше всех пострадают, подвержены вот этому удару бизнеса, это как раз вот бизнес, который касается рестораторов, туриндустрии, это однозначно. Непосредственный контакт. Более того, мы знаем, что правильно вы сказали, что наш бизнес работает туристически в тяжелых условиях. Мы понимаем, что у нас тут зона рискованного земледелия, зона рискованного турбизнеса. Почему? Потому что у нас 8 месяцев в году холода, погода, а потом маленькое короткое дождливое лето, и на этом до свидания. Да? А людям хочется солнца и тепла. С одной стороны, коронавирус сейчас ограничен, вообще запрещен въезд, выезд в страны вот эти теплые. Некоторые, правда, прорываются с ущербом для себя и других. Так вот, он должен как бы подтолкнуть людей к тому, чтобы хлынул поток на наши туристические объекты. Да? Это с одной стороны. А с другой стороны, мы понимаем, что в условиях сейчас появились ограничения по работе таких объектов. И, конечно, ательеры, там, владельцы туристических баз, они будут нести убытки. Вот какие меры предприняло региональное правительство, ну или федеральное тоже эти меры. О том они сказали, что, наверное, будем давать им послабление по отсрочим уплату налогов. Но дело в том, что хорошо, окей, им скажут, заплатите их не в апреле, а заплатите в июне, например, да? Но они же эти все это время будут стоять, не будут работать. Это все равно, что получается, давайте мы вас убьем не в среду, а убьем на следующей неделе в четверг. Это так, что ли, получается? Какие? Это вот, но это нормальная мера, то есть она достаточная? Или, может быть, лучше пока людей вообще освободить полностью от уплаты налогов? Вот такой бизнес. Конечно, ситуация крайне критическая, особенно в туроператорской деятельности. На федеральном уровне те компании, которые специализированы на выездном туризме, там полный коллапс, и, в общем-то, быстрого решения проблем я не вижу вообще. Но я бы хотела вернуться все-таки к нашему региону, потому что мы здесь находимся, и меня больше беспокоит, конечно, состояние дел нашего бизнеса. Конечно, ни для кого не секрет, что у нас большинство турбизнеса все равно ориентировано на выезд, и тут надо на данном этапе поставить, скорее всего, жирный крест, потому что вот на этом виде бизнеса, потому что в ближайшее время он не восстановится, и будет крайне сложно наладить там, в таких объемах такие как бы взаимоотношения между странами. Потому что здесь границы и так далее. Ну, это очевидно, конечно. Это очевидный факт. По внутреннему направлению, я считаю, что это, в принципе, для нашей территории тоже палка о двух концах. Конечно же, многие и предприятия питания, многие гостиницы, туроператоры тоже терпят огромные убытки. Терпят убытки музеи, там, сувениры. Сувенирами очень много сейчас тоже занимается. Это мне буквально сегодня утром прям телефон, ну, Антон, наверное, знает, телефон красный, все звонят, потому что... А что хотят, что просят бизнесмены? А что просят? Они говорят, сотрудники не хотят уходить в административные отпуска, потому что им нечем кормить семьи. И дайте, сделайте что-нибудь. В принципе, вот мы проходили же это, да? Можно добавлю, да? Давайте, что да. Делать? Смотрите, насчет что делать, но это более комплексный, наверное, подход сейчас прозвучит. Вы говорили про удар по экономике региона. Мы должны предпринять те меры, которые смягчают этот удар, да, и спасти то, что можно спасти. Какие? Одним из
первых шагов является фиксирование создавшейся ситуации. У каждого из тех, кто имеет юридические лица, юридические договора, есть такая графа «форс-мажорные обстоятельства». Вот. У нас 20 числа марта было заседание комиссии правительства федерального по поддержке экономики в сложившейся ситуации. И там есть протокол, четвертым пунктом подтверждено еще раз и закреплено то право, которое предоставлено торгово-промышленным палатам по фиксированию форс-мажора и выдаче соответствующих документов. Вообще это право закреплено в законе о торгово-промышленных палатах. Но что касается внешнеэкономических, ну, когда один из партнеров, да, то, соответственно, там процедура чуть посложнее, она включает и Федеральную палату. А вот то, что касается между двумя юридическими лицами, расположенными на территории РФ, то сейчас по Тверскому региону, соответственно, такие форс-мажоры фиксируем мы. А что это даст предпринимателям? Вот вы его зафиксировали. Вы знаете, вот, в судах. Это, и... во-первых, не фиксируется, вот здесь одна из основных ошибок, не фиксируется событие как таковое, да? Фиксируется конкретный случай. То есть нельзя сказать, ну это же очевидно, что пандемия, значит форс-мажор. К сожалению, такого не происходит. Это первое. Второе. Нарушена система поставок. После нарушения системы поставок идет нарушение сроков исполнения договора. Или вы несете ущерб и оплачиваете, соответственно, невыполнение по контрактам, или вы доказываете, что это форс-мажор, и тогда этого ущерба у вас не будет. Сейчас упущенный момент по фиксации форс-мажора может предприятию вылиться в достаточно большие сложности в будущем. Да, есть ситуация, когда арендодатель, арендополучатель легко договариваются между собой, а присутствуют случаи ровно наоборот. Да, простой вопрос. Сейчас, кстати, у нас ну, буквально десятки звонков по данному поводу сыпятся. Да? Простой вопрос. Если происходит ограничение торговли, ну, не продовольственными товарами, а промышленными, да, оно как рекомендованная мера. Люди, соответственно, не имеют возможности реализовать свой товар, не имеют возможности платить за аренду. Дальше мы что делаем? Да. Такая же ситуация с туризмом. Да? Масса нюансов. Отказы. В общем, я пока еще буквально два дня, как мы включились в эту работу с пятницы, разослали мы везде эту информацию, но я пока еще не вижу, чтобы вот каждый вот пункт решался сам по себе и легко. Примеров достаточно много. И, да, их крайне много. Да, вот экспортное предприятие. Да. Да. В соответствии с санитарными правилами, да, человек, который приехал из-за рубежа, должен самоизолироваться на две недели. Совершенно точно. А экспортное предприятие каждую неделю комплектующие возит, например, там, из Северной Европы, и всего два водителя. Они как должны сразу все самоизолироваться, да, и это форс-мажор. Добавим, к вам приехали люди из-за рубежа работать. У них заканчивается время пребывания. По идее, они должны выехать и заехать. Он сейчас выйдет и не приедет. В некоторых компаниях половина строителей уедет и не приедет. Много случаев. Я бы предложил вот и то, что палата делает, и сейчас все палаты по регионам, может быть, подключиться и коллегам, юристам, поскольку сейчас такое каникулярное время, из ассоциации юристов, я имею в виду, с юридических факультетов, с тем, чтобы правильно консультировать там и туристские организации, и все прочие. Совершенно верно. И юридические вот, услуги очень здесь важны. Здесь это должно шире смотреть. И еще раз подчеркну, 401-451 по кодексу, это не то, что можно вот извлечь оттуда, и на основании этого вам впоследствии тот же арбитражный суд вынесет решение. Ничего подобного. Кстати, много предприятий обращаются вот с похожим вопросом, да, например, купленное оборудование или программное обеспечение, его купили за рубежом, должны приехать люди, которые его смонтируют, или, а их не пускают. А вот одно предприятие обратилось, а у них маркировка. А маркировка у них вступает, соответственно, да, осталось всего ничего. Они не успеют запустить это оборудование по маркировке. Как они будут выполнять распоряжение правительства? Еще по предложениям и хотел далее, сказать, и Дмитрий, вот достаточно ли эти меры, и все-таки какие необходимы на федеральном уровне, на региональном? Вот 16 марта уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил свои предложения в правительство Российской Федерации. Часть их уже учтена, и в том числе, что касается моратории на контроль, надзор и по отсрочкам, по страховым взносам. Но вот сравнивая с другими странами, наверное, все-таки
необходимы более решительные шаги. И в тех же титовских предложениях есть полное освобождение от налогов для всех спецрежимов. А это микробизнес в первую очередь. И те самые услуги, туристские и так далее. На время коронавируса. Да, первое. Второе, все-таки отложить введение в действие тех норм, которые сейчас новые разработаны. Что касается, про какие нормы? Ну, постоянно государство новые требования разрабатывает на региональном, федеральном уровне. Сейчас вообще не время что-то внедрять. Хотя бы продлить ЕНВД, да, вот у нас предложение палаты до 2022 года. Да, потому что в противном случае часть предприятий МСП попадает и единый налог. Это еще дополнительная проблема. Да, соответственно, это проблема. И вот я согласен совершенно с Антоном Владимировичем. Такое же предложение у нас, вот 6 страниц тут с собой захватил. Да, одно из них, например, это 6 месяцев по налогообложению. Отсрочку или что? Вы правильно сказали. Или освобождение? Ну, минимум отсрочку. Я не верю, что государство на 6 месяцев даст освобождение. Да? Но когда у нас пандемия, ну, условно говоря, мы надеемся победить ее за месяц, через месяц выходим и сразу начинаем платить налоги, возникает вопрос, где мы взяли. Мне все-таки кажется, что отсрочка, когда в других странах там, часть этих расходов берет на себя государство, то ли в виде общественных работ, то ли в виде компенсации данных затрат, ну, я и к налогам здесь отношу в том числе и взносы в обязательные фонды, хотя это, конечно, не налоги, да, там в пенсионный фонд, фонд социального страхования, медицинского страхования, но это большая зарплатная нагрузка, конечно. И мне кажется, что, может быть, стоило бы вернуться к теме, ну, ЕСН 14%, как он был, а не, как сейчас, почти 31%, и все-таки для микробизнеса это, ну, в определенный период понижение налоговых ставок. Да и на региональном уровне мы предлагаем доходы минус расходы до 6%, например. Да, или, соответственно, по формуле доходы там до 1%. Ну, это спорные предложения с точки зрения того, что вокруг них нужно дискутировать. Но ясно, что облегчить вот эту ситуацию ее как-то необходимо. Что касается временной трудоспособности и, вот, скажем так, вынужденного пребывания сотрудников, да, в отпусках, то тот же Борис Титов предложил создать специальный фонд для борьбы там, с последствиями пандемии. Но и, по-моему, в 2011-2012 году, если вы помните, коллеги, при поддержке федерального бюджета промышленным предприятиям Твери, Ржева, Бежецка, да и других наших муниципальных образований удалось сохранить коллективы, когда им субсидировался минимальный размер оплаты труда через общественные работы. Да, конечно, может быть, масштабных каких-то общественных работ, строек или там поднятия сельского хозяйства тогда не произошло в 2011-2012 году, но коллективы в целом удалось сохранить и избежать вот такого тотального сокращения людей. Тогда это было 6700 рублей, чуть потом и индексировалось. И несколько сотен миллионов рублей, направленных в наш региональный бюджет из федерального, помогли эти коллективы сохранить. Мне кажется, и в этот раз, поскольку угроза очень серьезная, и я знаю, что уже многие, не только предприятия сферы услуг, а даже промышленные предприятия, рассматривают для себя, ну, скажем, такие перспективы ближайших 2-3 месяцев, связанные, да, с изменением трудовых отношений, пока так очень осторожно скажу, нужно готовиться заранее, и меры по ЕСН, меры по поддержке по оплате труда, это частично, конечно, это часть тех рисков, которые бизнес на себя принимает. И меры по снижению налогов, они позволят быть конкурентными, то есть сохраниться и самим коллективным предприятием, и сравнивая меры поддержки в нашей стране и в других странах, ну, быть как бы уравновешенными. Вы знаете, что касается сравнить наши и другие страны, дело в том, что, вот, как сейчас говорят, что коронавирусной инфекции в разной степени подвержены люди, ну, разных даже национальностей, а особенно разного возраста, да, что дети там меньше подвержены, пожилые люди там за 65+, они больше подвержены. У меня такое ощущение, что экономики стран тоже подвержены по-разному, потому что одно дело, как этот коронавирус, ну, прямо скажем, шарахнул по экономикам Соединенных Штатов, европейским экономикам,
экономикам, но они гораздо более сильные были изначально, то есть у них позиции экономики, и то им немало прилетело, как говорится, да. Наша экономика, как я уже говорил, к сожалению, она, ну, не сказать, что она находится в таком бурном рассвете, у нас очень медленный рост экономики, вообще он колеблется между стагнацией и ростом, иногда откаты происходят этого роста. Вот мне интересно, если все-таки, ну, пока мы видим, что, к сожалению, коронавирусная инфекция наступает, все больше случаев регистрируется, если все-таки, ну, даст Бог, там, нас это минует, эта чаша, так, такого развития событий, как это, например, сейчас в США пошло. Но если все-таки, ну, будем, конечно, реалистами, конечно, будет рост заболевших, конечно, будут усиливаться меры по предотвращению развития заболевания, значит, все больше предприятий будет отправлять на удаленку своих сотрудников, вынуждены отпускать и так далее. Вот вы, Николай Юрьевич, как вы считаете, вот те меры, которые говорят коллеги, они спасут, они позволят сохранить предприятие или нужно что-то более радикальное, меры поддержки бизнесменов вот в этот трудный период? Знаете, опыт показывает, что у нас любая компания очень легко соскакивает в компанейщину, это очень настораживает, поэтому вот лично мое мнение, что сейчас многие структуры выходят со своими предложениями, вот, и дай бог, чтобы это все принималось. Я, например, против того, что сейчас мы шквал тут обвалим на наше правительство региональное, шквал наших хотелок. И, во-первых, в этом все, не все мы будем правы наверняка, кто, кому-то нужно одно, кому-то другое. Поэтому те меры, что сейчас принимаются, ну, главное, чтобы они оперативно принимались и взвешенно, и правильно. Вот. Я считаю, что здесь у нас тоже очень много пожеланий, очень много проблем, и в частности, ведь одна из главных проблем – это прогнозирование, планирование. А что дальше? Да? Вот мы все, наши западные, для кого-то партнеры, а реально конкурентные противники, да, учили, как вести бизнес. Да? И многие, допустим, работают с колес, отказавшись от складских запасов и так далее. И вот сейчас комплектующие, которые мы везем из-за рубежа, а это же реально, мы же интегрировались в мировую экономику. Зачем мне, если я произвожу конкурентную продукцию, естественно, я использую самые передовые, ну, не все комплектующие у меня импортные, но что-то есть. И достаточно одного узла, который, может быть, внешне не самый главный, но без него я изделия не произведу. И вот сейчас из разговора с коллегами, запасов-то у всех немного, и где их взять? То есть месяц-два, и предприятия начнут просто останавливаться. И мы спрогнозировать не можем. Говорят, что там месяц-два что-то, может быть, улучшится, а может быть, ухудшится. Но это импортные комплектующие, вы имеете? Да, да. А как без них? Например, у нас, я прошу прощения, хлеб выпекается на очень печках, в том числе и на наших, где есть импортные узлы. Система управления. Печка вся наша. Система управления, страшно сказать, из Италии. Вот. И месяц-два все. А потом еще карантин. У меня, да, производство встанет. Да. Да, и, то есть, вот, и даже сейчас спрогнозировать я не могу. А что будет? Если, допустим, через два месяца все, то мне по законодательству мне сейчас рабочих оповестить о том, что через два месяца мы в простой уходим там или что-то, да. То есть для многих, я думаю, у нас очень много. Допустим, один из крупнейших планируемых у нас инвесторов Гемотек. Ну, это вообще иностранное предприятие, которое наверняка очень зависит. Или тот же ДКС, да, тоже очень привязан и зависит от иностранных коллег. Ну, я сейчас не могу всех вот называть, но очень много предприятий, которые вот имеют тесный контакт с зарубежными производителями, и поставщиками, и потребителями. Поэтому вот здесь... Честно говоря, когда спрашивают, как и что-то будет, во-первых, появление вот этого коронованного паразита, да, оно было настолько неожиданным, я думаю, не только для меня, для всех. И сейчас очень я бы надеялся, что наше правительство сработает достаточно оперативно и квалифицированно. То, что поехали помогать итальянцам, это в первую очередь, ну, обнадеживает, что там будет, как говорится, информация из самого тяжелого места на планете, да, эпицентром, может быть, это тоже нам чем-то поможет, даст Бог.
Ну и самое главное, что нам просто здоровье сохранить и сохраниться в целом. Ну, может быть, это, да, с прагматической точки зрения правильно. Лучше тушить пожар у соседа, чем ждать, когда он перекинется на твой дом. Но здесь, что касается, вот вы сказали, по запасам, я хочу просто немножко успокоить аудиторию. У нас тут недавно была в этой студии депутат Государственной Думы России, наша землячка Светлана Максимова. И мы с ней обсуждали эту тему, что касается продовольствия, то все очень неплохо. В этом плане у нас принята доктрина федеральная, и там в этом плане можно успокоиться, и гречки есть, и достаточно. Это даже, знаете, чтобы разрядить обстановку, сейчас тут свежий анекдот рассказали про гречку, как мужик приходит в магазин и говорит, что такое-то у вас, говорит, гречки нет, макарон нет, говорит, муки нет, ничего нет, самое главное, говорит, хлеба, хлеба-то нет, а ему говорят, слушай, мужик, иди отсюда, это мебельный магазин, говорит. Поэтому, ну да, видимо, нужно ходить еще в соответствующий магазин, ну, конечно, не нагнетать панику. Ну, а что касается запасов для комплектующих, вот для промышленности, вот это действительно серьезно. Но здесь тоже есть оптимистичный момент. Дело в том, что мы знаем, что вот мы сейчас эту программу ведем, а в это время в Ухане снимают карантин. То есть он возвращается к нормальной жизни, и уже мы знаем, что китайские медики летят помогать итальянцам. И это, ну, оптимистично. Ограничения по границе с Китаем сняли уже несколько дней назад. Грузопоток возобновился. Ну, коллеги, давайте все-таки будем вспомним, что это получилось бизнес благодаря такой высокой дисциплине исполнительской на всех уровнях. И вот то, что касается запасов, мы здесь тоже предлагаем, ну, скажем так, одной доктриной тут, наверное, вряд ли ситуацию зафиксировать, медицинских изделий, запасов. Я сегодня тоже несколько там аптечных учреждений посетил. Вы сегодня подготовились. Да, это вот, и, скажем, с этим, к этому есть вопросы. Недаром наши тверские врачи, да, такой флешмоб запустили, там, скажем так, что они остались на работе, чтобы люди, ну, защищать людей. И в этом плане хотелось бы, чтобы наши профильные структуры, в том числе экономического блока, ну, подключились дополнительно к тому, чтобы хотя бы наши медицинские учреждения этими самыми пресловутыми масками обеспечить. Не все, скажем так, ну, сейчас шаги предприняты, и очень многое будет зависеть от того, какие это в регионе, в том числе, шаги будут сделаны. На ближайшем заседании правительства, я знаю, что наше экономическое министерство анонсировало, да, предпринимателям, что будет принята специальная программа по мерам поддержки для предпринимателей. Мы на прошлой неделе такие предложения предпринимателей собрали, обобщили в первом таком, в черновом варианте. Они по семи блокам структурированы. Я могу для телезрителей очень коротко эти блоки, да, озвучить. Можно, да. Первый, это мы уже сегодня несколько раз обсуждали, это контроль и надзор, потому что проверки есть и федеральные, но они есть и региональные. Здесь, конечно, необходим некий мораторий на проведение этих проверок, если они только не касаются жизни и здоровья, да, не влияют. Второй блок – это земельные и имущественные отношения. И это арендные отношения, это отсрочка арендных платежей, это отсрочка выкупной стоимости по 159-му федеральному закону, это перерасчет штрафов, пений по договорам о пользовании государственным и муниципальным имуществом, потому что иногда пени больше, чем сам арендный платеж, и я думаю, органы власти здесь прислушаются. Ну и, может быть, такой, знаете, в бизнесе есть дисконт по аренде, там, условно, за 2 месяца или 1 месяц не платить по аренде. Ну, нужно считать, какие это расходы, и предлагать. Прошу прощения, есть 670-я/R постановление федерального правительства, которое предоставляет эти льготы по имуществу федеральному. Его, да, просто нужно скалькировать. Мы, кстати, такое предложение отправили правительству и на город. Его, да, просто скалькировать нужно на региональный уровень и на муниципальный. Да, для многих вот еще это проблема – это оплата по ЖКХ для ресурсоснабжающих организаций. Многие предприятия сферы гостеприимства об этом говорили тоже, да, и обращаются до сих предоплата пор. Предоплата приходит. Тут нужно вот такие промежуточные платежи, а иногда энергетики просят оплачивать за электричество 3 раза в месяц. Ну, вдумайтесь, да, с чего это сейчас делать? Предоплату. Еще предоплату. Да, предоплату за месяц. Вот такие вот в этой вещи нужно исключать, и все-таки услуга поставлена, да, там, принято, акт подписан, нужно оплачивать. Вот эти промежуточные платежи нужно тоже исключать, ну и не допускать отключений, да, сейчас в этот сложный период, потому что это может такой эффект карточного домика привести. Что касается налогов, мы, коллеги, все-таки есть федеральные налоги, есть региональные. Вот я с Владиславом Витальевичем согласен, по вмененке, мы даже предложили, может быть, это 2024 года в масштабе страны, но напомню, что у нас, и в том числе депутаты Тверской городской думы,
увеличивали вмененку опережающими темпами в прошлом году, например. В этом плане все-таки, может быть, вернуться. Это небольшие средства для бюджетов, муниципалитетов, скорректировать коэффициенты по единому налогу на вмененный доход и сделать такое послабление для наших предприятий. Но упрощенка, вот Приморский край уже решение принимает, 1% упрощенки для отдельных видов деятельности. Я думаю, наше региональное законодательное собрание, мы в январе направили такие предложения тех, кто работает с маркированными товарами. Это там обувь, аптечные организации и многие другие. А сейчас маркировка расширяется, и требования это для многих видов деятельности. Можно, скажем так, смягчать налоговую нагрузку за счет вот таких решений по упрощенной системе налогового. О том, что еще можно сделать и нужно, наверное, сделать для поддержки предпринимателей, мы уже скажем в нашей финальной части программы. Короткая рекламная пауза, и мы будем подводить итоги. Ну что ж, я напоминаю, что вы смотрите и слушаете программу «Тема дня» в студии Дмитрий Нечаев и наши уважаемые эксперты. Мы сегодня уже завершаем тему обсуждения того, как можно экономике, бизнесу противостоять вот тем сложным условиям, которые у нас, ну, в том числе спровоцированы и коронавирусной инфекцией, пандемией, хотя не только ею. Итак, Антон Владимирович, вот ваши вот финальные советы для бизнеса. Еще предложение, то есть необходимая финансовая поддержка. Я благодарен всем нашим лидерам ассоциации, те, которые дали нам свои предложения. Мы их систематизировали, направили в правительство. Ну, например, субсидировать расходы на дезинфекцию. Да, это сейчас нужно, необходимо для того, чтобы вирус не распространялся. Второе, субсидировать процентные ставки по кредитам. Для многих нагрузка кредитная высокая. Если можно там, сейчас банки обсуждают отсрочить оплату по телу кредита, то процентные ставки – это небольшие средства для бюджета, чтобы субсидировать этот момент. Ну и расширить перечень получателей поддержки в том же сельском хозяйстве, при получении средств из наших фондов, институтов развития, для того, чтобы, ну, не было отсечений, максимальное количество предприятий могли эту поддержку получить. Что касается кредитов и займов, то здесь, конечно, там отсрочка по платежа по кредитам и займам и по процентам по ним. Но все-таки, наверное, нужно вводить новые системы кредитования ниже 3%, там 1%. Ряд регионов, я знаю, такие меры обсуждают. Ну и перерасчет произвести тех же штрафов, неустоек, пений, которые тоже кредитные организации или институты развития иногда накручивают. И последнее, муниципальные и государственные закупки. Вот. Мне кажется, что в этом блоке, ну, конечно, нужно посмотреть по смягчению штрафных санкций, по внесению в реестр недобросовестных поставщиков, потому что часто это с тем же форс-мажорными обстоятельствами связано. Ну и заплатить по контрактам, потому что есть определенная задолженность у муниципальных образований, у муниципальных предприятий по выполненным уже работам, а это те самые десятки там, или сотни миллионов рублей, которые нужны сейчас как нашим воздух. Тверским предприятиям для того, чтобы и сохраниться, и такую социальную функцию по коллективам, да, по оплате труда. Да, блокировку банковских счетов сюда надо добавить. Ну, это федеральная норма. У нас буквально остается уже там минута до конца эфира. Ваше предложение, что, чего сейчас ждут предприниматели, самые эффективные, самые нужные меры поддержки, чтобы не просто сохраниться, а чтобы после этого кризиса с новыми силами выйти снова на сцену и развиваться дальше бурными темпами. А мы тут уже на самом серьезном уровне все перечислили. Я бы сказал так, что смерть самого коронавируса – это лучшая помощь всем предпринимателям и также нам с вами, как гражданам. Да? Поэтому давайте его вот максимально победим, а на той непростой ситуации, которая сложилась, научимся, сделаем выводы и позитивное из этого сможем извлечь себе на повседневность и на будущее. Светлана Викторовна, вы как президент Ассоциации туристического бизнеса, чего вот ваша сфера ждет больше всего? Ну, я ожидаю вообще роста индивидуального туризма, потому что сейчас уже видны тенденции, уже некоторые средства размещения работают в более плотном режиме, чем это обычно в межсезонье происходит, поэтому Москва едет, убегает из своей загрязненной территории к нам, на нашу экологически чистую все-таки территорию, у нас истоки, и мы должны вот это вот позиционировать. Ну, конечно, вот этот вот тоже механизм необходимо создавать и регулировать, и безопасность обеспечивать с точки зрения прихода к нам
гостей дорогих из Москвы, которые были там ВКонтакте. То есть здесь тоже надо безопасность соблюдать. Буквально вот одной фразой, чего бизнесу сейчас самое необходимое? Какие необходимые? Чтобы мы не остановились на этой кампании и понимали, что дальше вирусы смотрите. Приходят и уходят, и будет следующий какой-то некоронованный и так далее. Чтобы все те меры поддержки, которые сейчас вот предлагаются активно всеми, они не сработали, что через два месяца наши исполнительные надзорные органы рванут с полной мерой, повысят нам налоги и так вывернут руки. Чтобы все-таки мы и наше правительство, и мы научились работать вот в этих условиях и понимали, что эти условия, скорее всего, через два месяца не пройдут. Это теперь человечество шагнуло, и мы в новый период, этап, в новую реальность, да, и вот эти все меры, их нужно сохранить, опыт этот сберечь, и в первую очередь беречь людей, беречь бизнес, беречь себя. Спасибо. Это была программа «Тема дня». Враг будет разбит, победа будет за нами. Всего доброго, до встречи в эфире. До свидания.